По имеющимся данным из открытых источников, в местах лишения свободы в России сейчас находится около 650 тысяч человек. Значительная часть – мужчины и женщины от 18 до 45 лет, то есть люди наиболее социально активного возраста. За последние 5 лет на 31% увеличилось количество заключенных, утративших социально полезные связи. Восстановить эти связи, найти работу и не совершить нового преступления помогает Центр социальной реабилитации и адаптации «Свобода». Организация была зарегистрирована в 2014 году. За это время удалось многого добиться. Когда начали заниматься вообще этой деятельностью, люди из мест лишения свободы, освобождавшиеся, начали к нам приходить, ну, с разными проблемами. И, в общем, отсюда и выявилось, что нам необходим, первое, это психолог, нам необходим юрист однозначно, потому что действительно очень много проблем у людей. Ну и, следовательно, им трудно устроиться на работу. Трудоустройство – главная задача центра. Сегодня действует соглашение с десятками организаций, которые берут на работу тех, кому в других местах не доверяют. Некоторые бывшие осужденные уже сами работодатели. Вы берете на работу, скажите, как, вот по каким критериям отбираете, не отбираете? Вообще, готовы ли брать вообще? На работу, да, конечно, готов. То есть, ну, не каждый хочет работать, допустим. В основном стараюсь. Есть, которые любят злоупотреблять, но все равно шанс даем. Ресоциализация Владимира началась еще в колонии. Там он делал пожарные машины, грузовики БАФ, спецмашины для различных нужд. Теперь у него бригада широкого профиля для работ с металлом. Одно из их произведений – нестандартная остановка на улице Ефремова, возле магазина «Сарай». Перила ограждения лучше, чем серийные. Да серийные не подошли бы, размеры остановочной площадки нестандартные. Сроком установки может позавидовать любая организация. Все работы выполнены за 3 дня. Найти работу, овладеть полезными навыками, восстановить документы и права – теперь центр может помочь во всем. Помощь-то в чем заключается? Как один умный человек сказал, легко любить сразу все человечество. Очень трудно бывает помочь одному отдельно взятому человеку, вот с его проблемой какой-то. Основная задача, конечно, тут, да, в таблице по маслу, как говорится, да, вот эту таблицу ценностей выстроить, помочь ему, да, увидеть это, не дать совет, потому что советы часто, да, не воспринимаются человеком, а именно помочь увидеть. За время существования в центре обратились порядка 300 человек. Помощь получили все – и психологические, и документально-юридическую, и правозащитную, и даже гуманитарную. Для особо нуждающихся на Камышинской 15Б есть даже склад, где подберут одежду и накормят. Сегодня я посмотрел центр свободы, смотрю, здесь открылся компьютерный класс, значит, работают специалисты, психологи, юристы. Я думаю, что это очень полезно. Самое главное, правильно изложить информацию для осужденных, которые находятся в местах лишения свободы и у которых существует проблема при освобождении, в части, ну, скажем так, реализации своих прав. Кстати, уже не раз центр и его подопечные зарекомендовали себя надежными партнерами в установке дорожных ограждений, детских площадок и прочих элементов благоустройства. Недавно наш центр заключил соглашение с собратьями по ресоциализации из Казани. Принято решение о создании общероссийской организации. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.